Шанс похудеть на 10, 15 или даже 20 килограммов. Творческая команда проекта «Похудела» уже приготовила весы и ленту для измерения объемов потенциальных участников нового сезона проекта. Отбор состоится уже в эту субботу, 19 августа. Специально худеть или, наоборот, набирать вес перед кастингом наставники не советуют. Это может навредить не только фигуре, но и здоровью. Во время проекта худеть участники будут под строгим контролем специалистов по питанию и фитнес-инструкторов. Самое главное условие кастинга в «Похудела» – быть самим собой. Так жюри будет легче оценить ваши шансы на участие. Напомним, телепроект «Похудела» успешно вышел в эфир Первого городского канала в трех сезонах. За это время похудеть смогли 36 участников. Общий вес, сброшенный нашими героями за это время, почти полтонны. Многие из героев проекта продолжают худеть, потому что теперь знают, как делать это правильно. Стать героем программы может любой желающий, кому исполнилось 18 лет. Претендентов ждут на кастинге 19 августа в 12:00 на Ленина, 73.